Знаете, мне кажется, это ошибка идти в направлении колонизации Луны для освоения ее природных ресурсов. Не уверен, что там такие уж жизненно важные природные ресурсы, а стоит это очень дорого. Другое дело, что России очень нужен государственно спонсированный такой мощный прорывной проект, который позволял бы развивать высокие технологии в целом кусту различных направлений физики, технологии, как бы экономики. Вот это очень нужно. Но я полагаю, что сегодня такой проект должен идти не в области космоса, а скорее в области биотехнологии, социальной технологии, психологии и так далее. Поэтому я полагаю, что к 30-му году у нас задача должна быть поставлена не освоение Луны, а утверждение средней продолжительности жизни человека в России 100 лет. Это реалистическая цифра. В Монако средняя продолжительность жизни уже 92 года. В большинстве стран Евросоюза средняя продолжительность жизни больше 80 лет и растет темпами 5-6 месяцев в год. Поэтому я думаю, что... Да, и мы, кстати, очень серьезно отстаем от остальных европейских стран с точки зрения средней продолжительности жизни. Но это та большая идея, которая, во-первых, позволит объединить все политические и социальные группы российского общества. Во-вторых, она создаст огромное количество очень нужных технологий в самых быстро развивающихся секторах экономики. И, в-третьих, это хорошо для людей. Для людей значительно лучше жить до 100 лет, чем смотреть по телевизору, как космонавты высадились на Луне.